Три рази наступали на Жембін партизани. Ну, стріляли ж, знаєте, по цьому колокольні по цій стріляли. Ну, її не розбита не було. Їздили німці, наступали на деревні, на це, сюди, на партизанські, ловили людей. І тут у церкві вони їх, значить, останавливали. І там і діти, і все, потім вивозили на єврейське кладбище і розстрілювали. Я ж уж мала ще ж була, що тут, ну що пам'ятаю, двигались з Жембіна на Бігомель, і хтось з лісу вистрілив, і німця перведущого вбив. І от тоді окружили цю деревню і стали жити. Ну а потім машини погрузили і привезли в цю Жембінську церкву. От. От уже тут моя починається путівка життя на виживання, можна сказати. Про що, що я повинна, мабуть, жити. Ну тут троє суток держали. Пить тільки давали, то не вдоволь пить було, тому що плакали, видимо, ми діти. Хто-то зерна тільки хватив. Ржи, кажеться, тому що нам уже м'янки тоді всипали дітям, ну, щоб поменше та шуму було. Ну, потім вже об'явили сім'ями виходити. Ну, усі пішли на нас у деревню, ж ніхто не знав, тільки ж перевез этот вот батькин друг сюди нас спас, перевез. Мама, видно, сообразительная, умная женщина была, на финскую войну на секретном телефоне работала. Грамотная по тем временам была. Ну, так она сообразила, и самой-самой-самой последней стала выходить. Ну, и этим выиграла. Храм наш в 1908 году построен был, ну, впервые. И вот насчет того, что когда он взорвался, это когда снимали кино. Перекличка, по-моему, я забыла, как называется кино. Михалков, когда снимали кино, и к танкам, ну, рассказывают жители, что пытались разрушить с той стороны, ну, стену, а эта стена, ну, никак не рушилась. И поэтому они ее взорвали и ворвались вот в саму церковь. Ее разбили же, эту церковь. Узорвали. Не мог танк разбить ее. Ее узорвали и построили щиты на этом. И потом танк уехал в эту церковь. Михалков. Никита Михалков был танкистом. Это просто святотатство, это было... наверное. То есть не наверное, а даже тут и речи не может быть. Конечно, большое святотатство. Поэтому то есть, там, где святое, там не должны, люди должны помнить, что если святое, то ступать абы как нельзя. До войны это стояли могилы, огороженные, и памятники были. И здесь, значит, похороненные люди. Ну, они вот сейчас, они в эту территорию не вошла на церковную. Когда все мы ходили, показывали этот фильм, смотрели, там буквально, ну вот, даже минуты этот кадр, но стоил жизни целой церкви, этот 7-минутный кадр. Thank you.
А хто мог про це сказати? Хто мог зараз щось сказати про це правительство? А тоді ж Сталін був. Понимаете? Хто ж мог сказати? Да після німців, після всього, після такого, во всіх язики були закриті. І, во-первых, а що і не знали? Значить, дан приказ. Я не маю права це зробити. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сою, Сыну и Святому Духу, и ныне присне во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, ныне вече, да святится имя Твое. Я надеюсь на этого священника, я надеюсь. Я им очень довольна, что он так старается. Вот батевцы приехали, деньги привезли ему. І гэта, і ён спонсараў находзе, ён і в Расію ездзе, ён туда, ён очень стараецца. Во имя Отца і Сына, і Святаго Духа. Аминь. Отец Андрей, освящается, благословляется, освящается компаны, всякая благодать Пресвятаго Духа, крапленного. Несколько раз писал у Москву, ну, ніякого ответа не было. Он писал этому. К Михалкову писали. Ну, денег-то никто нам не давал. Прочитала в газете только, что Михалков не отвечая на письма. Он тогда был молодый, студентом, кажется, был он тогда этим самым. Он и в армии не был даже. Он ничего в то время. И он молодый был студент. В общем, он не отвечает сейчас на письма, потому что, говорят, ему столько много писем за его там подвиги, что он не может всех отблагодарить. Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, от имени Президиума Верховного Совета СССР Военный Совет Армии наградил боевыми орденами и медалями особо отличившихся в последних боях бойцов нашего танкового корпуса. Очень хорошие спонсоры нас есть. Один из наших главных спонсоров, как я слышал, это завод Абате в Борисове. Вот они у нас главные спонсоры, работают. Здесь работают их работники, очень большие работы идут. Денежные такие идут пожертвования, так что вот работа идет, очень хорошо работа идет. Безначальный и пресносущный,
Іже від несущих битіє вся привізди, іже во світі живий неприступнім, і престоли імеє небо. Это прихожане нашего храма. Это бабушки, пенсионерки, это все, кто приходит в этот храм. Ну, конечно же, наши добрые меценаты, благодаря которому и возрождается, и строится храм. Я думаю, что именно вам ничего не скажут, а Господь их знает.